после выборов все население нашей страны разделилось буквально на две части, потому что теперь с одной стороны люди, которые за Путина, а с другой стороны люди, которые умеют читать, писать, знаете, ну, делать логические выводы. Да. В этой стране ничего не менялось. Трудное детство, нищая старость. Все как было, так и осталось. Унылые лица, усталая вялость. Голодные люди, сытая власть. В этой стране ничего не менялось. Вечные пробки, стойка и грязь. Пробки, стойка, грязь. Пробки, стойка, стойка, грязь. Пробки, стойка, грязь. Пробки, стойка, стойка, грязь.